Продолжается видео Монорома. Это неимоверное что-то шикарное. Спектакль. Sì. Questa qua gira il motore, legano la barca e questa viene tirata su. Да. Такое впечатление, что море в Монороле всегда такое бушующее. Мы все подвигаемся выше и выше. Сегодня достаточно туристов. Воскресенье, последний день свободы, как говорится. Вот все сидят на таких скамеечках. То есть место знаменитое не только своими разноцветными домами на скалах, а еще здесь шикарные просто виды. Просто и бушующее море. О, здесь уже что-то. А, здесь закрыли полностью. В прошлый раз было открыто еще. То есть туда вверх только можем подняться. Да, бенвенути ин парадизо. То есть в рай. Ну, рай они так написали, потому что вот там выше у них кладбище Чиметеро. Это такая шутка, наверное, была. Вот она. Какого цвета море, даже если она бушует, а? Класс, да? Все цветет. Ой. Ну вот мы и в раю, как было написано. А это, наверное, Ева. На. Донна де Люва. А я думала, Ева.
Раюш должна быть Ева. И Адам. Мы уже на уровне этой горы, только с другой стороны. Там люди тоже кушают. Наверное, тут что-то открыто, потому что стаканчики, как из бара. На этом буду заканчивать. С вами была я, Наталья. До новых встреч. Пока-пока.